Мы должны найти способ заставить Трикси выпить свои таблетки. Ух ты, Лего! Спасибо, братишка, я как раз шла покупать шоколад. Розыгрыш не удался, если тебе понравилось Радианс. Близняшки! Оу, что такое, злая королева Кризалис? Одомашнилась, наслаждаешься прелестями материнства? Молчат, старот Глиммер. Я поймала рыбу вот такую здоровенную. Сейчас я тебя бупну. Уи! Что ты делаешь? Буп! Хей, Твайлот, хочешь стать моей особенной пони? Я не знаю. Да ладно, Твайлот, просто скажи да. Ладно. Окей, я на работу, а вы двое ведите себя хорошо. Хэлкинак! Оставаться дома? С этим я справлюсь. Ограничение шопинга? Я могу с этим справиться. Я даже могу справиться с не по сезону жаркой погодой. Но твой отец вновь нашел свой игрушечный поезд. Вот чай, я возвращаюсь на кухню, чтобы набрать воды. Хочешь, чтобы я захватил бочку с печеньем на обратном пути? Что же, Ластер, я уверена, эти онлайновые уроки принесут свои плоды. Я сама настроила свой компьютер. Принцесса, все, что мне видно, это ваша шея. Эй, жук! Может, мы отличаемся, но ты породила на свет больше отвратительных жучиных личинок, чем можешь сосчитать, что механически делать тебя матерью, которую я могу понять. И которой я сочувствую. Так что вот корзина с подарками, это была идея Шайнин Кармара. Счастливого дня матери! Счастливого дня матери! И бонус! Если наши участники смогут выяснить, кто из них настоящая Твайлайт, они поделят денежный приз. Серьезно?